Всем привет, с вами Лорд Икс, и это уже вторая часть по прохождению Sonic 2. То есть, как назвать по-нормальному? Sonic the Hedgehog 2. Мы продолжаем. У нас тут много чего еще не пройдено. В смысле? Мы разве это не проходили? Что, мне кажется, мы там побольше прошли. Ну ладно. Пройдем еще. Так, здесь уже жизнь, я знаю. Пишите в комментариях, где вы знаете эти дополнительные жизни. Возможно, я поможу в геймплее. Тенс, добей, добей, добей! Молодец. Извиняюсь, что так задержался с видео. Мне просто не хватало времени, уроки, все такое. Еще и проблемы там у нас на дистанционные закрыли, слишком много заданий было. Простите, что так долго видео не уходило. Не забудьте поставить лайк и подписаться, мне будет очень приятно. У меня уже 8 жизней, обалдеть. Полетели. Тут трудно все. Погоди, мы же собираем эти. Такой вот эти. Ну я забыл уже. Изумруды хаоса. Погнали дальше. Опять колец. Чё так много? Куда он их все равно девает? Ох, я не люблю сейчас наверх. У! Тейлс не потеряй. Успел! Так. Уже есть один раунд. Опа, 110. Что так много-то? Поменьше бы. Все. Я знал, что там будут кольца. Я думал... Нет, 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 нет. Хватило? Нет, тогда первый. Да, в прошлом видео я показывал вам эту фичу. Желательно посмотреть. Реклама, блин. Мне нельзя рекламировать. Извиняюсь. Я уже идет, да, все идет. Это может рекламировать нельзя. Ну, короче, в прошлом видео была фича насчет вот этих багов. Что можно проходить специал стейдж. Вот так вот. С самого начала. Нажав на кнопку заново. Ну, кто не знал, это я предупреждаю, и для своего прохождения это тоже очень понадобится. Я-то уже давно не играл. Тебе надо как-то затормозить, чтобы оказаться на серединке. Давай, Тейлс, пошел. Прыгиваем, здесь будут кольца. Значит, они будут здесь. Значит, не будут! Не будут их! Все хотел? Хотела! Фух, Тейлс! Одно колечко. Одного колечка бы не хватило. Я боюсь, блин, ну там мина, кажется. Мины, это зло. Не, ну это издевательство какое-то. Пошел, да блин. Ой. Здесь еще один раз будет. Пошел. Ой, мне не хватило. Все, за вами переходить. Чтобы видео не длилось долго, я лучше сам это пройду. А пока что поставлю на паузу. Че не помню. Все, прошел, ребята. Это было сложно. Несколько попыток потратил. Пока видео было на паузе. Уже сколько? 5 кристаллов. Изумруд. О! Халява, жизнь. И сколько у меня сейчас жизней? Где-то 3. Сколько? 6. Обалдеть. 3 раза поиграли. Потом еще и жизнь дополнительно получили.
Не-не-не. Опа, вот здесь как раз и будет халявка. Еще одна жизнь. Сюда прыгаем. Здесь мы перепрыгиваем. Забираем жизнь. Странный Тейлз под водой. Нет-нет-нет! Зеленые кольца. Где вы это еще? Ну, где вы еще? Такую увидите? Да блин, Тейлз, лови, лови! Это колечко. Нет. Главное не облажаться. Все. Нет, надо было. Ну все. Я не успею. Ну кто его знает. Тейлз, давай, хоть как-то. Старайся. Тим, вот все подышали. Нет. Куда? А зачем, зачем, зачем? Мне ноль колец. Ты подошел? Я подошел. Все. Подошел все кольца. Здесь. А здесь, кстати, можно вот так вот. Слагала! Господи, это он залагала. Извиняюсь, что так заорал. Пошли к боссу. Здесь я его на изи победил. Побежду. Не, только не упади. Фух. Все. Че, какой классный сегодня. Все, животные на свободе. Вот Тейлз, стой внизу. Так героически выглядит. Да, там это, помощник твой внизу, а наверху главный герой. Вот такой же с Бэтменом и Робином. Рекламка. Мы встречаем новый акт. Я забыл, как он называется. Прощай. Извиняюсь. Нет, стоп. Я без этих 10 колец не уйду. Мне как-никак нужно собирать еще 2 изумруда. Но последний из них легкий. Так, не забираем. Тейлз, забрал бы ты. Тейлз, если бы ты забрал... Ладно, я не буду говорить. А в смысле? Как он с кустинкой ушел? Ладно, я не буду задавать лишних вопросов. Не, ну это изди... Еще и крот этот. Иди отсюда. О, 10 колец. Иди, зачем я сохранился? Так, надо их как-то сохранить. Вон щит. Как до него добраться? Как добраться до щита? Я знаю как. Уходим отсюда и вот здесь пойдем. Все сработало. Сработало? Нет, я не пойду под воду. Под водой страшно. Котенок. Котенок. Кротоежик. Нет, не надо мне назад. На, все, готов. Пожалуйста. Да блин, пусти меня. Тейлз, ты где? Правильно, иди сюда. Молодчина. Но мне кажется, там сохранения было. Да с нас, да что оно сохранено-то? Не было же ничего сохраненного. Тейлз, твоих рук дело? Лап. Ну все, из-за тебя, блин, мы не забираем на этом акте изумруд. Молодец. Давай искать еще одно сохранение. Оно может быть наверху. Жинь. 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 Тихо. Ой, ой. Нет! Еще одну халявную жизнь получил. Все, у меня опять 8 жизней. Все хорошо. Все идеально. Все. И получили маленького Соника еще. Идет, надо проверять время. После каждого акта надо проверять, идет ли съемка или нет. И еще каждый раунд надо будет проверять, когда вылезет реклама. Воздух я буду ждать вечность, так что я лучше пробегу весь акт. И тут я уже набрал 40 колец. И тут как раз. Что-то здесь не негативно. О, все. Ты все равно бессмертный Тейлз. Давай-ка. Ты без воздуха играешь. Это жестко сейчас будет. Я прыгнул, да я вообще герой. Я ежик.
голова. Папа вот такого зуб собрал. Да сейчас я. Все. Зато Тейлз не умер. Видишь, какой я герой, Тейлз? Я пожертвовал собой. Где? Твой фортинайки, лилабаджи. Лабаджи. Где? 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 Вот воздух. Ну вот минус одна жизнь. Прыгай. Я задыхаю. Это мой дружочек. Пирожочек. Ну подожди. Уйди. Крот. Спиндеш. Спиндеш всегда спасай. Почему он не шел? От этих ежей столько вопросов и мало ответов. Что? Да блин, тупые мухи, как вы под водой-то летаете? Где? Соник the Hedgehog. Это чё ж было? Просто затормо... Господи, как я этого босса не люблю. О, хорошо, отрикошеть. Вот тут плохо. Давай, Тейлз, врежь ему. Не. Давай, Тейлз. Хоп, дай, Тейлз. Да, почему мы не долетели? Ладно. Давай, я здесь. Хоп. Ну, Тейлз, папа, Тейлз. Я же знаю, что я первый. Из-за такого веса, что ты такой жирный. Ну, ты как вовремя, смотри, как вовремя-то, а. Вовремя умеет бить. На, я тоже вовремя умею бить. Нет, так не долетаю, я только его задеть могу. Давай. Получай. И еще один раз по морде. Вот где был. Все. Не-не-не-не-не. А как и что? А где Эгман? Почему он не пролезает? Почему я пошел сквозь этот ящик? Что? Опять же. Много вопросов, мало ответов. Мы набрали на колечко. Тогдаем бонус. Ну, конечно, за колечко. Все. Следующий акт. Без рекламы. Гранд казино. О, хороший ящик. Полезный. Полетели. Ну и музычка здесь. Давайте вы тоже послушайте. Крутая, да? Начинаем дальше, давай. Быстрее, быстрее. Ну вот. Все колечки потеряли. Вот, ну блин, я думал. Ну я ничего не думал. Когда прыгал. Это долго. Давай, Тейлз, ты быстрей. Здесь пиндешник надо. Опять ящик скорости! Пошел. Пошел. Ушел. Ушел. Все сделано. Стоим, уходим, бежим, бежим. Колечки собираем по пути. Сохраняемся. Ооо, повезло, повезло. Колечки, колечки, колечки. Оп, все. Теперь мы. Соник бежит в воздухе. Где вы такое еще раз увидите? 50 колец. Мне нужно сохранение. Давай один разочек. Тейлз, Тейлз, Тейлз. Тейлз, ты дорогой. Давайте на органы отдадим. Новая жизнь, новое бессмертие. Теперь мне ничего не страшно. Мы быстренько летим. Подлетаем. И забираем сохранение. Тут нет сохранения. Где бы он тут был? М?
Где бы вы его тут нашли? Все. О, скоро опять жизнь будет. Погнали. Так, собираем колечки. Давайте я убью бабыринку. Пиу! Так, Тейлс тут. Пшел. Я почти, почти. Тейлс, иди сюда. Он издевается, Тейлс. Иди сюда. Все, иди. Он завис, все. Я хотел там бонус забрать. Из-за этого Тейлс начал летать тут. Оп. Ты че? Слышь ты. Полетели! Так бы очень много очков набрали бы. Уже 38. Моя вина. Не рассчитал. Опять ровно 8 жизней. Я опять же почти долетел. Что мне решил? Морг надо. Тейлс, ну пожалуйста, ну послушай ты меня, полетели. Давай как бы... Он не может прыгать, он тупо не может прыгнуть. Видите? Все, Тейлс заперт. Как-то он как-то он там все-таки заспиндешился. Ящик скорости, побежали. Ох, тут много этих ящиков скорости. Ну, хорош. Да мне... Еще одна. Летим, летим, быстрее, быстрее. Да блин! Ну тот-то сохрани! Ой, господи, я вообще никогда не соберу эти 7 изумрудов хаоса. О, давай. Ну нет! Ну блин! Блин, да! Давай, 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 пожалуйста. Соник, Соник, Соник. Сколько Соник стоит? 30 колец всего-то. Немало. О, 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 да! Повезло, повезло! Джекпот! Можно вторую жизнь. Азарт. Да ладно. Да ладно. Да ну нафиг! Обалдеть! 11 жизней? Все, хватит мне. Не надо, Тейл, спасибо, что принял. За меня это мучение. Обалдеть, сколько у меня колец. Как ты тут раньше жил? Обалденно просто, он богатый. Мы с Тейлсом богачи. Мы миллиардерды. Ну все, полетели. Быстрее, быстрее, я хочу уже. Я не буду выше подниматься. Ну, там нет смысла подниматься выше. Опа. Ну и все, сейчас все 360 колец я потеряю. Восемь колец набрать. Без проблем. Тут много всего. Ты же красавчик. Последний кольца собрал. Ой, как я вовремя проиграл. Так, мы набрали даже больше, чем надо. 140 колец. Где-то ты издеваешься. Что-то как-то странно. В прошлой части, ну, видео, мне Тейлс вообще не помогал, он мне мешал большую часть. А вот здесь будет сейчас жестко. Тейлс, давай, работай, пожалуйста. И Тейлс мне просто ошарать не хотел. А тут Тейлс... Не знаю.
Потому что он пьяный в прошлой части был. А тут резко отрезвел. И все. Теперь он самый крутой лис на всем белом свете. Пожалуйста, можно мне будет? Два колечка! Пожалуйста! Спасибо. О-о-о, повезло. Да, это самый главный изумруд хаоса. Все, остался последний. И все, у меня будет уже все. Я смогу стать суперсоником. Я буду психо-ёжиком. Я буду как Флитвей Соник. Кто не знает, кто такой Флитвей Соник? Это, короче, обычный суперсоник с красными глазами. Не с красными глазами, а с красными полосками. Флитвей его зовут. Он психованный. Он не любит, когда его называют тупым. Он очень ранимый. Не, ну этот босс изичный. Тут труда ничего не состоит. Как так-то, а? Ты собери хотя бы одно колечко. Все. Это было изи. Все. Мы спасаем опять же животных. И так, все, проверили. Соник прошел второй акт. Ну все. К этому видео подошло к концу. Надеюсь, вам очень сильно. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, то поддержите меня лайком и подпиской. Мне будет, как всегда, очень приятно. Ну а с вами был Лорд Викси. Всем-всем удачи, всем пока-пока. Ну а пока что послушайте обалденный трек, пока Соник отдыхает.